Всем привет! Сегодня мы решили перейти дорожку и посмотреть еще один отель. Паротель Аквапарк Резорт. Вот он. Отель, в котором мы живем, Бич Резорт там. Мы перешли дорогу и сейчас пройдемся, посмотрим, что в этом отеле. В общем, это ресепшн. Но Оля говорит, что нельзя пройти здесь почему-то никуда. Ну, столько такси есть. На старый рынок $3. Кстати, хорошая цена. Скорее всего, на человека. А, ну вот, стоечка ресепшена. Ничего себе, тут еще он двухэтажный. Так, мои почему-то вышли на улицу, говорят, оттуда надо пройти. Городок выглядит уже симпатично. Полы кафельные или что, мраморные. Трехэтажные здания здесь. Корпуса. Симпатичненько. А что я отметил, отель не такой, не шикарный, не делюкс там, не какой-то. Но как-то убрано все, что ли. В порядке в таком. Это похоже на главный ресторан, что ли. Корпуса все трехэтажные здесь. Здесь тоже свой водопадик. Почему-то сейчас не работает. А, это фонтан, вернее. Один дельфин рухнул, смотри. У Оли пришла мысля. Давай. Она мне еще пришла в прошлый раз, когда мы ходили, смотрели отель на второй линии. Мне кажется, что в зимний период можно вообще легко выбирать отель на второй линии, потому что, во-первых, здесь меньше дует, а во-вторых, это заблуждение, что отели на второй линии хуже. Они вообще не хуже, абсолютно такой же симпатичный, много хороших отелей есть. Ну, к сожалению, здесь про питание мы не можем здесь сказать ничего, мы не будем здесь питаться. Да, я не знаю, нам можно вообще, нет? Нет, нам здесь нельзя кушать, и более того, я пошла договорилась, чтобы нас пустили вообще. А, да? То есть их к нам пускают, а нас к ним нет, да? Только на пляж. Ага. У них есть своя зона на пляже. А, ну вот как мы и думали, да, что там огорожено. Здесь аквапарк для нас платный. Мы не можем сюда приходить в аквапарк. Он сказал, вы можете купить, пойти билет. А почему у нас называется отель и аквапарк, и там, и резорт? Я говорю, мы не будем плавать в аквапарке, я говорю, мы только посмотрим. Он такой, ну тогда проходите. Так, вот это что за стена, я не пойму, это... Что это такое египетская сила, смотри. Да, вообще здесь дизайн прикольный, на самом деле. Все, что это в египетском стиле, посмотри. У нас на той стороне такого нету. А, судя по тому, что журчит вода, здесь аквапарк. Как правило, а вторую линию ее строят позже, чем первую. Ну, поэтому здесь уже отель, он как бы более новый. Посвежее, на полгода. Да. Неважно. Да не, на самом деле Клеопатра уже 100 лет отелю, а вторую линию только строят. Еще не построили, по-моему. Ну, давайте, вот мы пришли. А, вот, видишь, желтый у них здесь. Как мы и предполагали, что там зона делится, да? У нас голубые лежаки. Ну, вот мы попали в аквапарк. Ух ты! Ну, такой, как бы территория, по крайней мере, большая. Давайте вокруг пройдемся. Что у нас здесь? О, класс! Ну, здесь, получается, три серьезные горки. Еще одна ложовенькая такая. Но она и не работает. Это, скорее всего, тоже фонтан должен быть. Когда-нибудь он будет работать. Держим так крестиком пальцы. Так, здесь что, какая-то... А, здесь блинчики, может, делали. А, нет, это же не Турция. Так, какая-то башня. Ну, это традиционная ленивая речка. Вот так сел, и все, и тебя на неделю потеряли. Потому что здесь практически нет никакого течения. Вон, баллоны еле-еле плывут. Вода холодная везде. Что очень странно. Ну что, мы на мостик залезли? И вот так вот выглядит, так сказать, с птичьего полета, с 2 метров. Здесь у нас детская зона. Все плюются, все течет, все работает, капает. Здесь еще одна. Грибок не работает, ну ничего. Детей вообще нет? Почему? Потому что вода ледяная. Вода ледяная. Вот эти желтые лежаки у нас на пляже, видимо, все-таки... Разделение вот это под этот отель сделали. Ну да. Да? Да, конечно.
А, ну это, в принципе, весь аквапарк получается. Ребята, зарядка будет. Сейчас да, спасибо. Вот, видите, анимация работает. Так, здесь что у нас? Идемте сюда, перейдем. О, забыли покрасить. Ничего, ладно. Вот еще две горки здесь есть. Бар. Слушайте, ну люди отдыхают, загорают. Приятно. Здесь бар с Юпи. А, так, душ детский. А мы переходим сейчас в следующую зону. Здесь, оказывается, еще есть зона с волнами. Народу, кстати, вообще нет. Здесь горки работают. Похоже, бассейн с волнами тоже работает. Ну, проблема в том, что ни один бассейн здесь не подогревается. И Лона пошла покорять Кинг-Конга. Детский клуб, спортивные эти, седьмые корпуса здесь. Бедуин тент какой-то здесь. А вон детские площадки, кстати. Но эти корпуса отличаются от тех, которые мы прошли, потому что там, видимо, то ли реновацию сделали, то ли что. Но вот здесь вот так вот симпатично. Не знаю, что это означает за бедуин тент. Сейчас зайдем вот этот бедуин тент. А, не зайдем, потому что там все закрыто. Здесь, скорее всего, Новый год встречали они. А так здесь еще, наверное, что-то происходит. Ага. Да, вот здесь был Новый год. Автоматы все убрали в уголок. Вот здесь такой вот был китайский вход. И, кстати, лужи еще остались от ливня. Вот, там бар видно. Сцена. Сейчас я вот так... Оль, я надпись пройду. Ну, я думаю, здесь прикольно было накрыто все. Сейчас мы выходим и на детскую площадку, наверное, попадем. Еще один выход. И мы попадаем к ней, детская площадка. Ой, запутался. Тут целое, да, уже тут болото. Они там так поливают, что вода вся уже вытекает. А здесь целый детский клуб. Сейчас я зайду, мои убежали, лентяи. В детском клубе. Здравствуйте. Добрый день. Зашли посмотреть, что у вас здесь. Что, вы приехали? Да. Добро пожаловать. Спасибо. Ну, решили посмотреть, что у вас тут интересного. Что, детей нет? Сейчас пока еще нет, потому что хорошая погода. А, понятно. Как плохая, все сюда, да? Да. Ну, так, сами все слышали. Все на море сейчас. Солнце сегодня хорошо. Так, обходим. Обходим. Ой, здесь площадочка такая. Как туда попасть? Илона уже каким-то образом туда залезла. Неплохая площадка. Да, меня чуть удивляет, что есть разница. Сейчас я вот сюда еще залезу. Есть разница между корпусами. Здесь они выглядят такими, какими-то... Ой, все забили. А что здесь было-то? Что-то было, наверное, когда-то. Забили рейками. А, вот я вход и не заметил. А если бы я сюда не поднялся... Вот вход же. Площадка хоть и старая, но... Такая огороженная с изгородью. Ну да, где-то местами покрасили. Зелененькая. Симпатичная, в общем, в целом. Лишь бы не развалилась, так норм. Ну, в общем, в отеле тишина. Все на море. Ну, по сути, вот конец уже другой окраины отеля. Сейчас мы идем вдоль забора, зайдем сейчас внутрь, посмотрим, что там. Здесь видно, что здание расположено каким-то кругом, что ли. А здесь что? О, там грот с водой, с бассейном, смотрите. Сейчас мы дворик посмотрим и посмотрим, как попасть туда вниз. Вот лестница я вижу. Давайте сначала тогда вниз, а потом
посмотрим, что там, напоминает 7-й корпус. Так. А, тут и спортзал. Вот сразу вам. А, и спать здесь. Ага. Давай, да? Посмотрим. Что? Посмотрим. Видео что снимем. Зал. Посмотрим. Фото? Но, фото. Так, в общем. Зал симпатичный здесь. Но какие-то они здесь, никого нет, он работать не хочет, да? А, когда да. Ютуб. Он сразу улыбался. Волшебное слово. В общем, ладно. Зайдем давай в спа, посмотрим. Спа Бьютихло. Посмотрим, что здесь. Ну, здесь массажная. Вообще все массажистки выглядят очень по-тайски, скажем. А здесь сауна, вот. Душевая. Вот бассейн. А, вот эта дырка, то, что мы снаружи. Ну, бассейн маленький, но есть. Все здесь массажные, массажные. А как туда попасть, мне интересно. Еще одна комната. Массажных столько, как будто здесь одни не отдыхающие. Массаж приехали делать. О, как хлоркой воняет. Вот. Есть. Вода теплая. Работает. Ладно, выходим, идем во двор. Свободу, попугаем. Вышли мы. Вот, спа. Вход. Вышли, сейчас мы как раз и попадем во двор. Вот красным написано спа, чтобы не перепутали. Вот отсюда мы должны были зайти. Так, ну, а, ух ты, тут еще есть бассейн. Еще одна бассейка. Здесь не работает почему-то. Ну, вода есть, может, и работает фонтан. Вон аквапарк видно отсюда. Смотрите, речка-то работает. Течет тут водичка. Бассейн 85. Вообще мелкий, что ли? Да, мелкий. Здесь бар есть в бассейне. Уже никого этим не удивишь. Бассейн приличного размера. Так и корпуса здесь, извините, такие. Не маленькие. Так, здесь... Этот бассейн на возвышенности. Там ниже еще один бассейн есть. Ну, это какая-то другая территория. Это от ресепшена в правую сторону, если пройти, то вот такая вот картина. Здесь такие корпуса, а там другие. С той стороны, там бассейна нет. У них там начинается аквапарк. Вот еще один огромный бассейн, тоже большой. Здесь глубина 1,65 м уже. Вот полотенчиковая, детский бассейн, бар. Уходим мы из этой зоны, сейчас идем. Здесь вот ручеек работает. Это вход в какой-то ресторан, что ли. Идем, Оль, прямо вон туда. Мы еще там не были. Вот эта часть, она, в общем, разделяет, я так понимаю, левую часть отеля и правую. Вот еще один ресторан, я думаю, он работает. Вот тот, который мы зашли, где фонтан с дельфинами был сначала, он был, ну, вроде чистенький, но было видно, что там он не работает. То есть он, по идее, должен был быть для той стороны. А этот, здесь вот все накрывается, а этот для этой стороны. Жалко, что водопад не работает. Наверное, красиво должно быть. А, все, я понял, Оль. Давай туда не пойдем, потому что я думаю, мы вот так поверху пройдем и пройдем в основной корпус, но этого не будет. Здесь тупик. Вон а тут от обезьяны подъем. И туда. Так как мы там все вычислили, мы идем отсюда вот. Я отсюда. Оль, ты оттуда пойдешь? Вот направо иди тогда. Я пойду вот здесь посмотрю. Вдоль рестика. Все накрывают, готовятся к обеду. Здесь вот у них такая терраска. Все убирают. А к обеду такое ощущение, что уже... А, блин, ну да, сейчас завтрак же был.
Вот и Ольга. Вот здесь тоже не работает почему-то. Было бы симпатично. Там мы сейчас вот так и пройдем насквозь. Здесь терраса у них симпатичная, но у них ресторан побольше, что ли. Слушай, у меня такое ощущение, что здесь даже симпатичнее ресторан, да? Да. Более ухоженная территория здесь, однозначно. Вот как зеленее, цветов больше. Ну, как Ольга и сказала, что он новее просто. Ну вот мы и вышли, мы зашли в этот ресепшн. Мы зашли от него, ушли налево, а вышли с правой стороны. Ну, вот так вот. Ну, такой получился. Быстрый обзор, да, визуальный? Да, визуально мне опять понравилось. Не ели мы здесь, потому что мы сытые. Вот уж нам нельзя здесь есть. Да, просто нельзя нам тут есть почему-то, не знаю. Аквапарк здесь, в общем, платный почему-то. Ну, для нас, для первой линии. Хотя это очень странно, да? Это все равно, что вторую линию попросить за море дополнительно заплатить, да, за вход. Ну, вообще непонятно. Ну, здесь что, плюс вышел. С левой стороны сейчас ряд магазинов будет. Еще один плюс. Выходишь из отеля, видно наш отель. Кстати, как добраться до моря? До моря добирается таким образом. Переходите вот здесь дорогу, подходите вот к этой карке, с внутренней стороны там переходите, и там вас ждет синенький автобус. Если будет, мы сейчас его снимем. А так, всем пока, удачи. Или ты что-то хочешь сказать? Нет. Всем пока, удачи. Вот магазины. С Новым годом, много путешествий, здоровья главное, чтобы в конце концов все это закончилось. С вас лайки, комментарии, вопросы. Обязательно подписывайтесь, еще впереди много обзоров. Все, пока, здоровья всем. Вот паротель Аквапарк, и вот синий автобус, как я и сказал, показываю, выходит женщина из Аквапарк из второй линии, а он вас везет на море и обратно, к сожалению, только сюда. Дальше ножками. Еще раз лайки, подписки. И теперь точно пока, до новых встреч.